кровь будет. Да. Поэтому ножницы. Да, ножницы, если вот порезали, и нужно убирать. Михалина, возьми в руки, покажи Марфе, как ножницами пользоваться. Возьми в одну руку. Марфа, смотри. Не, дай Михалине. Вот, правильно, да. Если не хватает сил, можно второй рукой помогать по руке. Аккуратненько вырежем. О, ничего. Другие-то ботинки. Не ботинки. Нет. Чьи сапоги? Твои. О, ничего себе, новые. Да, а ты? Какие новые? Нравятся? Да, это для Марфины. Ты думаешь, для Марфы размер? А смотри, тогда для тебя она открывает, она тебе подарит. Дари Марфе красные сапожки. Это тебе. А для Михалины? Это... Так и теперь это нарисовано. Хорошо, это будет обувь для праздников. Это обувь не ходить просто по улице. У вас будет обувь одна для садика и для каждого дня. А и будет праздника. Будет отдельная обувь, которая будет одеваться только на праздник, обуваться. Сам да. Договорились? Да, я договорилась. Так давай примерь. Марфа, оставь, пожалуйста, в покое все это. Я хочу поиграть. Мне надо, чтобы вы понимали, Санта угадал или не угадал. Мам, я хочу подумать. Померяй, пожалуйста, чтобы я знал и сам... Для бассейна. Чтобы я Санте сбросил смс, подошло или не подошло. А то, может, надо еще одни искать. Ой. Так, это у нас карта. Да? Угу. У меня тут. Ну, быстренько, видео. Помещается нога? Помещается. Не болит палец, не упирается? По ноге? Правильно говорить, по ноге. По ноге. По ноге или не по ноге? Король. Не по ноге. Как не по ноге? Так удобно или нет? Удобно. Так ты обуйся и пройдись по... Как это? Пройдись по квартире. По дому. И второй, в двух, два добывай. Закупилась, па. И эти, если удобно. Помоги. Если удобно, значит эти вот. И всякие бирочки снимайте, где ножницы. Вот уже ножницы бросили. И будут ножницы на диване, и кто-то сядет неосторожно, и будет дырка в попе. Еще одна. Мне так нравится. Да. Тебе нравится? Походи вот там, где вперед-назад. Михалина, тебе нравятся валенки с котенком? Да. Это не валенки, это называется уги. Это уги. Там... Походи вот так, вперед-назад. Перекетин рисун. Походи вперед-назад. Походи вперед назад. Нет, удобно? Нет, зубы. А, видишь, уже зубы захотелось, чтобы были красивые, с красивыми ботинками. Марфа, иди обуйся быстренько и проверь, чтобы я знал. Потом свое печенье. Давай быстро обуйся, застегнись. Если да, то да. И снимаем бирки все. Ну, быстренько, раз, два, три. Ну, говорю, с вашими сборами мы опоздаем на праздник. Болтун. Я болтун? Или молчун? Ой, как красиво, Михалиня. Вот это уги. Вот теперь мы наденем платье красивое, уги с котенком. И пойдем на утренник, да? Это не котики, а
этот идти. Точнее, не на утренник, на праздник. Праздник, ну да, утренник. Есть! Может, там что-то внутри? Нет? Ничего не мешает? Мне ничего не получается. Так там ничего нет внутри лишнего? Марфа, застегивай. Нога. Тогда может быть что-то внутри, посмотри, там бумаги нету. Рукой засунь, бумага есть? Это какой-то. Нету ничего лишнего? Есть. А можешь доставать? Влезла? Не царапать туда. Ну как? Красиво. Санта угадал? Ну, это какие-то обуви. А нам нужны игрушки еще.